Вот такая сказочная фигура появилась по дороге, пляжу подсолнух Жуковки. Тут вам и лиса, и ворона с куском сыра, и мудрый филин. Жители давно мечтали похожую фигуру поставить на берегу реки Десны. Там, где раньше был фотопень, потом какие-то его негодяи утащили, и осталось пустое место. Вот такую бы статую там поставить. Чтобы люди ходили, приезжали в Жуковку и снимали в своей фотозоне. Но будет это или не будет, там непонятно. Хорошая, видите, какая фигура. Это улица Чапаева у нас, Чапаевка. Решили стоять достопримечательности. Самый красивый пень для проведения селфи и фотосессии, где были жители города Жуковки, гости всегда фотографировались. Кто-то спилил в огород под домашний столик. Как это, конечно, умственный вандализм, я не знаю, как это назвать. Десятки лет это было излюбленное место для фотосъемки. Приезжали жители города, приезжали гости города. Все фотографировались на фоне речки Десны, красивых лесов. Это было замечательное место. Но кому-то понадобится именно этот пень в огород. И поэтому его спилили. Так все в Жуковке. Делятся не для людей, а для кого-то. Практически плюнули всем жителям города в лицо. Чем он кому помешал, не знаю. Но надо же было срубить все корни, все вырубить, чтобы тащить такую работу проделать. Теперь осталась плазмовая прошатка, откуда съемку вести. Но так красиво не будет. А были же планы этот пень поделать в статую кота на деревянной цепи. Залакировать его. Сделать жемчужины нашего города Жуковки. Но этим планам не удается сбыться. Ради чьих-то корыстных интересов. Кому пень приглянулся в дом. Вот так все в городе. Делается не для людей, а для конкретных шишек. Которые хотят обустроить свой личный дворик за счет жителей всего города. Сейчас будут гости города приезжать. На это место пытались приходить фотографироваться. А где пень? Пня нет. Ушел кому-то в огород. Селедку резать и замагунку жрать. Не более. Просто кощунственный акт в отношении наших жителей и гостей города. Такое замечательное место лишили гранда замечательности пня. А представь, стоял бы пень залакированный. Сделали бы статую кота на цепи. Люди бы ходили из Брянска, Жуковки, других городов, фотографировали, снимали селфи. Но нет. А благоустроить Жуковку не получается. Корысть на первом месте и частные интересы сугубо узкие. Вот и все. А пейзаж отсюда красивый, естественно. И река сама Десна видна, и тот берег лесистый красивый. Очень красивое место. Лишили достопримечательности.